Всем потоком людей, у вас будет пограничный паспортный контроль, потом получение багажа, и после этого вы выходите в город, встречает вас ваша принимающая страна, на ваучере можете посмотреть, что написано, там это может быть Тест-тур, Coral, Intercity, причем принимающая страна может быть не Тест или Coral, а там какой-нибудь Клео-тур и так далее, поэтому будьте внимательны, но как правило крупные компании встречают в своей фирменной одежде, там, Короловской, Тезовской, вы их увидите или с табличками. Они вас отправляют к автобусу, там у вас забирают один из ваучеров, и дальше вы уже садитесь в автобус, вас везут в ваш отель. Вот мы с вами вышли. Ну, вот он весь поток людей. Идете, становитесь в очередь, вам ставят штамп в паспорт, сейчас там будет температурный контроль, когда будете проходить, стоит датчик. Вот он. Выбираете самую маленькую очередь и... Из лайфхаков, может быть, маленьких, мы стали в очередь, где написано только для граждан Турции, и ну, нам все проштамповали. В паспорте вам ставят штамп о въезде. Визы сейчас для граждан Беларуси никакой нету. Ну, а дальше вы идете забирать свой багаж. Как понять, где ваша лента? Вы находите информационное табло. Оно здесь вот есть, вот смотрите. И там будет указано, что здесь выдают багаж рейса такого-то. Если это ваш рейс, становитесь и ждете. Ну, как правило, багаж достаточно непредсказуемый. Кто-то быстро получает, а кто-то очень долго. Видите, это наш рейс. Ну и вот лента багаж. Здесь есть duty free, вы можете им воспользоваться, купить все, что хотите, без проблем. Маску снимать, к слову, нельзя. Если у вас ее нет, ее попросят одеть, поэтому вы можете даже ее не снимать. У них здесь с этим строго, перчатки никакие не надо, но вот маска – это серьезное требование. Отправил Инну за тележками для багажа. Оказывается, здесь они платно, стоят $1. В Беларуси, в Минске они бесплатно, к слову. Да? Да. Багаж получили, дальше идем проходить зону зеленую досмотр. Вот она там находится с вами. Они выборочно проверяют, кому что посмотреть. Ну, не знаю, что тут в очередь все стали. Раньше просто выходили. Пошлите, попробуем просто. В июле еще такого не было, что необходимо багаж через детектор прогнать. Ну, будем стоять в очереди. Видите, такая очередь собралась. Ну вот, как я и сказал, что они выборочно проверяют, подошел пограничник и говорит: ребята, все, проходите, проходите, а то вы это задерживаете здесь. Потому что, ну, раньше такого не было, все стоят, стали в очередь, а ребята и рады работать, проверяют багаж. Дальше идем за всем потоком людей, находим представителей вашей компании. Если вы самостоятельный турист, то если вы такси заказывали, значит, с табличкой со своим именем. Если же вы летите от оператора, значит, с табличками оператора. Мы, к слову, заказали индивидуальный трансфер. Посмотрим, как это будет выглядеть. Мои друзья уже и воспользовались услугами, ну, остались довольны. Так. К сожалению, не встретил нас представитель отеля Максерия. Должны были индивидуальный трансфер нам сделать, но я поговорил с представителями Адеона, Корала, и, по идее, они нас, может быть, возьмут, потому что наших коллег, ну, туристов, знакомых, которые с нами летят, для них отдельная машина как раз-таки в этот отель. Сейчас попробую еще сходить к аэропорту, посмотреть, может быть, там с табличкой нас ждет. Все, мы разобрались, нас забирает все-таки эта машина, так что едем дальше. Мы, судя по всему, ой, целый час ехать. Одни будем. Целый раз нам надо было бы сейчас. Ну, я с***, по-моему.
индивидуальный трансфер для шестерых, для тут шесть человек, да, получается, и спереди. Мы четвером. И спереди два человека. Я думаю, в течение полтора-двух часов мы будем в отеле. Хочу вам машину нашу показать, чтобы вы увидели, на чем мы поедем. Вот на таком трансфере индивидуальном. Мы уже подъезжаем к нашему отелю. В дороге мы где-то были час 10. Быстрее приехали. Мерят температуру на входе. Что, друзья, мы в отеле, я потом поснимаю более полный обзор. Сейчас заселимся, поехали.